Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Smotra Rage, все как всегда. И мы приехали в то самое место, о котором не говорят. И будем проверять сегодня свои тактики. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Что-то столько времени уже прошло, даже снег пошел, ну да ладно. Бежим тогда быстрее внутрь и будем верить в то, что мы сегодня окупимся. Что-то смешное, конечно, сказал. Знаешь что, пацаны, у нас есть 31 миллион, но я думаю, 1 миллион не жалко потратить. И сейчас такие новички, чё, чувак, ты чё, охернел? Так, 100 тысяч фишек, я думаю, норм. Если что, потом просто казино крутанем. И что там? Не, Q8, не будем крутить. Идем, садимся за стол. Стол, к сожалению, только есть здесь обычный казино, нету блэкджека, очко и что-то подобное. Кстати, в казино почему так мало людей сидит? У нас типа 100 тысяч. Ну что, быстро ролик не затягиваться, давайте типа опять будем ебать. Это минимально, если что. Вот. Бля, почему так громко, а? На смотре сделано казино не так, как на Redmir и на других серверах, что у тебя есть куча попыток, сколько ты хочешь поставить. Очень по-тупому, что ты можешь сделать только 3 ставки и все. Не понимаю, зачем это сделано. Значит, первая тактика в казино и обязательно. Это как мы только приходим. К сожалению, казино просто не крутится, чтобы посмотреть, что нам выпало. Мы сразу приходим, берем листочек и ручку, ну, либо блокнот, куда вам там удобнее. И обязательно записываем, что нам выпало. Ряд, цифру и число. То есть давайте первый раз. Давайте, если я случайно на красный нажал, пусть будет красный. Типа, может это судьба, а может нет. 5000 на красный, значит вот этот ряд нам дает x2, вот этот x3, вот это тоже по x3, вот это по x3, а цифры дают x36 или x16, если честно не помню. В казино не особо сижу. 15. Угу. Значит, пишем 15. Это какой ряд? Это вверх, черное. Значит, можем еще раз попытаться поставить. Тактика, конечно, хорошая, это всегда удваивать свою ставку, когда вы проигрываете. Хотя, мне кажется, сейчас такие банальные вещи рассказываю, ну да ладно. Это, то есть, мы проиграли 5, ставим 10, проиграли 10, ставим 20, проиграли 20, ставим 40. Ну, так, конечно, можно и быстро все слить, но я надеюсь, я не солью. И этот раз нам что выпало? 36, кстати. Неплохо. 36, вверх, красное, да? Но сейчас можно, смотрите, 2 раза выпал вверх, поэтому будем верить в то, что выпал второй и третий квадрат. Будем верить, что, блять, я хотел поставить на вторую и первую линию. 11. И выпала бы вторая линия. И первый квадрат. Но что? Я не успел. Хотя, почему оно перед этим не крутилось, хз. 11, средний, черное. Черное и красное, но я бы сейчас поспорил. Квадраты тоже хз. Блять. А, этот чел, который какой-то сел. Видите, фишки стоят на красном. 35. Средняя опять. Что выпало? Черная. Поэтому 2 раза средняя выпало, поэтому ставим первый квадрат. Вернее, первую линию, третью линию. Блять, я по десятке въебал. Много. По 5. По 5. И можем средний, средний, черную, черную. Можем еще поставить на парное. 5000. Потому что выпадало перед этим 35-11. И будем верить то, что нам выпадет. Если что, 2 ставки сыграют, типа мы уйдем в 0. Так что норм. Или 1 даже сыграет, мы уйдем в 0. Так, это 29. Это, блядь, мы въебали 15 тысяч, понимаю. 29, середина черная. То есть это выпал третий квадрат. Третий квадрат, значит, первый квадрат. Или второй сейчас должен быть. Так, блядь, можно убрать ставку? Давай вот так хочу. И вот так хочу. И красная. На 40 тысяч сейчас. Ой, не на 40, мы 15 въебали. На сколько? 30 тысяч мы поставили сейчас. Я буду верить, потому что черное было 3 раза. Хотя это ебучее казино, просто которое обожает скамить на любом сервере, сука. Низ. Бля, я хотел низ поставить, черное. 28, ладно. Ставим красное. Давайте 20-ку на красное. Не, давай. Бля, что поставить? Давай. Не, давай 20. 20-ку на красную, да? У вас есть уже такая ставка. Давай 20-ку на красную. Просто 20-ку на красную. Можем, конечно, еще поставить на 5-ку на низ. Но я уже не успел. Я надеюсь, я не въебу. Потому что этот ролик будет очень короткий. Да, блядь, 2 черные, но вы ёбу дали. Почему нахуй я всегда прихожу туда, когда казино скамит? Пацаны, сори за мат. Ну, блядь, 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз черные подряд вы задрали, типа. Ну, сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь. Еще какой-то чел пришел, сел ко мне, нахуй, меня КД сбил. Я теперь долго подумать не могу. И он, нахуй, сейчас крутит. Смотри, красный выпадет.
Ладно, живи пока. Блять, как хорошо я только что не поставил 40 тысяч, потому что у меня даже, блядь, 5 тысяч осталось. 11. 11, 15, 2. All in на третий квадрат. Это пиздец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 раз, нахуй, черная. Перед этим один раз красный и тоже черный. Ну вы ёбу дали. А, спасибо. Почему как... В пизду, блядь. Я вам крайне не советую делать те действия, которые сейчас сделал я. Но если вы рисковый и любите гонять в трусах, то почему бы и нет? Так, я хотел вообще, когда я пришел, я хотел зайти за нормальный стол по 500 фишек там как минимум. Либо по косарю максимум. Не, я сел сразу за 5000, блядь. Мажор нахуй лучше. По 10 тысяч фишек. О, ебать, сюда мне надо было. Это что, все здесь по 10, а этот 5, окей. Мне нельзя идти в какое-нибудь казино, блядь, это пиздец. Я когда прихожу, нахуй, все другие сидят такие, изи, поднял деньги. Я прихожу, он, сука, начинает скамить, нахуй, что на Радмире, блядь. 15 раз подряд черные выпало. Ну, вы вообще врубаетесь, блядь? Я тогда, нахуй, 300 или сколько, я не помню, тысяч слил. 15 раз черные, блядь, подряд. Давай 2000, нахуй, на красное. Так, новая линия, нахуй, новый стол. Погнали. Красное, так. Сколько там выпало? Ни хера не видно. 16, красное, низ. Окей, давай тогда по 1000 поставим на крайние. Сейчас будем понемножечку поднимать. Сейчас главная цель не просрать хотя бы эти 20 тысяч. 35. Нормально. Так, это уже в допусках. Ну, давай второй и первый квадрат опять поставим. Хотя мне кажется третий, ну пофиг, давай просто ждать. Типа, если бы здесь можно было ставить на цифры... Я бы ставил на цифры. Ну, здесь можно ставить на цифры, но писать 3 цифры, я еще не настолько упоротый. Конечно, в конце, когда останется там 1000 у нас. Давайте, допустим, 1003 у нас останется. Будем чисто на цифры ставить. 30, блядь. 30, красные. 30, это что? Вверх. Ага, низ, середина, вверх. Низ, середина, вверх. Низ, середина, вверх. Красные, красные. 30. Ну, сейчас, по идее, на... Блядь, ну, может... Не, давай по 2000. По 4, первый и второй квадрат, погнали, надо окупаться. Не слева так, донат чисто вот так, ссылочка вот сюда, заходишь, если что. Не, пацаны, я пешком отсюда не уйду, вы что? Я не такой азартный человек. Очень жалко, что здесь нету ставки на спорт, как бы на других рпшных серверах, блять. А нет, второй квадрат. Живем. Казино это цикличная штука и мега непредсказуемо. Конечно, вообще не цикличная. Как повезет. Черный низ. Типа красные. Вот это по квадратам дублируется, это норм. Но никогда она, сука, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь раз подряд черный выпал. Это ж пипец был. Пипец. Так, два раза. Давай опять сюда поставим. И сюда поставим. 1000 на непарное поставим. Вот, блять, вот как должно было начинаться этот ролик. Поставил 11, поднял 20, ебать. Вот это норм. По идее, сейчас либо середина, либо низ. Погнали тогда. 2 вот так и 2 сюда. Так, 4000, я думаю, норм. Красный и черный. Ну, красный и черный сейчас очень опасно ставить. Парный, непарный тоже. Давай, вверх-вниз. Ой, вернее, середина-низ. Должно зарешать. Во, вот это мне нравится. Има. 26, черные... середина. Во, норм. Теперь норм. Можем, кстати, вверх. Может, опять середина? Может, опасть? Опять дропнуться середина. Я думаю, середина. Может, опять третий квадрат. Либо второй. Вот, типа, что-то такое. Хотя мы сейчас поставили по 1000. Это херня. Надо было по 2 хотя бы ставить. Во, на базу Чиназес. Уже X2 банк. Я говорю, листочек, ручка решает. Если казино не скамит. Но оно уже начинает, потому что два раза черный, два раза середину, два раза непарный. Так, идем нахуй хотя бы по 3000. Давай третий, первый. Середину не буду здесь ставить, черный. Можем поставить, давай косарик на красное. Я бы еще поставил на парный, но... Блядь, сейчас парный, наверное. Бля, я же говорил, парный сейчас будет. К сожалению, вы проиграли 7000. Блядь, это последняя цифра в втором квадрате, понял? Ладно. 24-й, черный, вверх. Так, середина, вверх, середина, середина, вверх. Знаешь, быстро ставим на третий квадрат. Давай сразу по 5000 ебанем. Третий квадрат, первый квадрат. Еще можно ебануть где-то 1000 по 2 на низ. На середину. Блядь, не... А, мне с 300. Он хорош. Здорово. Только знал бы ты, что я перед этим въебал все. О, Чиназес опять поднял. В допусках. Опять черные, кстати. Хорошо, что я на красный не поставил. 10 черные. Два раза парная. Не, ну в принципе, чат мне нравится. Так, черное, 4 раза черное было. Какая вероятность того, что это опять скам, как на прошлом столу? Давай поставим по... Давай на черную просто поставим. И поставим на... Давай 19.36 поставим. И еще сюда ни разу не ставили. 4000 поставили.
Научи так же. Научи сливать. Блять, а вот это я въебал. Ну как, в ноль. Потому что 10 выпал. Два раза 10 подряд, кстати. Когда два раза одинаковые цифры выпадают, это вроде как не очень. Просто по десятке на второй, на третий квадрат. Ну не должно быть. Хотя со мной может быть всякое. Чиназес на базу. Так, 53 тысячи. Мне это уже нравится. Уже полляма. То есть у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз черная. В прошлый раз было комбо 8 раз. Я думаю, это повтор третьего квадрата. Конечно, можно было упороться, поставить 2-3. Хотя это может быть первый квадрат, а потом уже второй, третий будет играть. Но я не знаю. Ой, как хорошо. На базу. Но я думаю, опять сейчас будет черный. И опять, давай попробуем по цифре поставить. Не, это хуйня. Здесь слишком большие ставки. Или поставить. Или большие. Ну давай на 13, 15. Я ебанутый, ну да. Давай, погнали. Понял. Ноль. Обнуляется. 3000 фишек. Ноль, зеленая. А как это считается? Низ, сверху, блядь. Вот после такой херни вот может произойти все, что хочешь. Бля, а что ставить сейчас? Ну, давай поставим. Давай я Эван, давай поставим на Эван. Хотя, блядь, два раза парная падала. Давай первый-второй квадрат. Вот чувствую первый-второй квадрат. Мне кажется, я сейчас на этих мелких ставках просто ролик затяну на минут 40. Ну, надеюсь, вам все еще интересно. Если так, напишите казик зло. Третий квадрат. К сожалению, на базу 12 тысяч. Ну, первый квадрат я угадал, кстати, но не середина и не верх, блядь. Блядь, середина опять? Черная, но не середина. Бля, очень сложно, я не знаю, что такие... Давай, ладно, по 5 тысяч, второй и первый квадрат, погнали. 20 тысяч. Сыграли в ноль, спасибо. Что-то в последнее время мы в ноль уходим. Заметьте, как казино дает. Мы с 20 тысяч дошли до 55 или 56, не помню. И просто слили сейчас до 20. Уже до 30. Сейчас нормально. По 10 тысяч. С середины вверх. И давай на 5 тысяч, что это будет парное. Вот тут я хотел нажать. Парное только что было. Я на тот список посмотрел. Пизда. Не, можно, конечно, упороться, если этот ролик наберет 1000 просмотров. Ой, говорю, 1000 просмотров. 1000 лайков. Ой, какие 1000 лайков. Это меня что-то загоняет. Наберет 100 лайков, то мы будем ставить только на зеленые, посмотрим, что это будет. По 100 фишек погнали. 12, 21, да, красный. Давай поставим. Бля, ну по 3 это пиздец. Давай поставим на 13, мое любимое число, на 8 и на 24, например. Я не знаю, будем испытывать удачу здесь. 30, значит, это будет, давай еще раз, 13, 20, например, 11, давай тоже. Йоу, блядь, на базу, нахуй, 36, 3600. Чина, Андерсон Чизес, 32, 36 и 21. Так, одну цифру угадали, это уже имба? Да. Чина, Зес! 3600 на базу, чина. 8. 11 опять поставлю. И давай 26, погнали. Ну, 8 тысяч, это уже не так позорно, если честно. Давай, если третий раз угадываю, все, потом просто по косарю сейчас поставлю. Блядь. Или все на красное поставлю. 29, ну, как бы две цифры подряд угадать, это тоже как бы сильно, не? Ладно, пацаны, я хочу быстро все слить. Давай последний раз въебем. А, мне даже 10 тысяч нету, чтоб... Ладно. У нас задача сейчас не всрать 8 тысяч, а поднять десятки и поставить десятку один шагом. Погнали. Будем маленькими шажками подниматься. Тут главное спокойствие в этом казино. Не поспешить, потому что нам может заскамить. Мы можем просрать досрочно весь наш баланс. По чуть-чуть, понемножку. Сейчас берем и поднимаем. Троечка. Ожидаемо. 10 тысяч, чиназес. Блять, ну я же сказал 10 тысяч, да? Но я же контент-мейкер, значит, погнали. Там челка говорил, все на x2 ставить, да? А красный нам сегодня очень мало падало. Давай все на красный. Или все на Эвана. Не, давай все на Эвана. Пиздец, рискую, но все на Эвана. Ведь это Эван, значит, все ставим на Эван. И я знаю, что он читается Even, а не Эван. Ну да ладно. Так, я закрытыми глазами. Все, крутится. Я закрытыми. Я боюсь. Потому что это сколько? Это 100 тысяч. Звук.
Чина! Бля, как хорошо, что я поставила на Эвана, а не на 24, потому что это было бы чина, реально. Давай первый и третий квадрат. Блять, Эван решает, пацаны. Если есть последние деньги, ставьте на Эвана. Не, ну вот это жестко было. 300 фишек и поднял 3600, блядь. Ставил бы я по 1000 фишек, поднял бы 36. Ну, в принципе, вот я въебал. Надо было на красный ставить. Долго я развлекался, конечно. Кстати, второй раз я выхожу спокойнее, менее агрессивный. Но это я все понимаю, что это казино сделано для того, чтобы разгружать экономику на сервере. Чтобы люди были как бы немножечко беднее, кто богатый. Как бы, ну это нормально. Но почему, блядь, когда я прихожу, начинает скамить, это ненормально. Мне так не нравится вообще. Я вообще хотел купить себе 202, Хуракан, Макларен вернуть, возможно. Но в итоге я всрал еще лям 200. Уезжать с казино на автомобиле, это как бы тоже некий успех, что ты его здесь не всадил. Так что можно сказать, что мы успешны. Ну да, слили лям 200, но казино это такая штука, что надо вовремя остановиться и вовремя уйти отсюда. А лучше вообще, конечно-то, не ходить, чтобы не останавливаться. Если ты хочешь заработать деньги, всегда помни, что легких денег почти никогда не бывает. Как бы у меня на этом все. Я надеюсь, тебе ролик понравился. Напиши в комментариях, сколько лямов ты сливал в казино, потому что вряд ли ты что-то поднимал. Ну, либо что-то поднял и сразу же слил, как бы, как и все. Обязательно подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Нажми на лайкос, обязательно колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.